давно до этой передачи добрался. Здесь на синий Никишин направо. Бросок Глотова. Это гол. Назад. Итак, вот здесь закрыли зону Никишин на Глотова. И вот это подставление Хайроллина у Никишина. Соответственно, очередная результативная передача. Как и у Глотова, у которого тоже сегодня пас результативный уже был. Ну и Хайроллин здорово подставил клюшку. Да, вот это подправление, подставление.